Снимать, чтобы можно было, давай. Только сжали. Уроки вождения на ленд-крузере. Смотрите, я тоже захочу. Сейчас поедем. А это вот лужковские ребятишки. Здесь без платочка выбегали, а им охота качаться. И никак нельзя было, нарушение устава. Тогда я предложил такое батюшке и Игорю. Давайте вот эту территорию припишем к ним. И качали они, пусть качаются без платков, как хотят. Но они будут не внутри деревни. Но они сейчас уехали, сейчас можно будет опять перенять. Пошли. Видите, любой вопрос можно разрешить мирно. Я сказал, староста не против, батюшка не против. А то Игнатий там все рулит. А еще рулить? Я спрашиваю. По совету. Ну и все. А чтобы деревья не врезались, везде набил красный, чтобы видно было, что это столб. И все сейчас вот сделайте и тут такой же. Вроде бы как там я трассу сделал. Как вы еще живете, не делаете? Мы сделали, всем нравится. И владыки вот посмотрел. Ух, как вроде сделали-то. Ну, как делали? Добрые люди нашлись, которые помогли. Там остановиться, больше пройдет. Вот этот человек, который проехал. Я сейчас летую в Коле, кажется, он рамы там делает. А раньше он был в деревне. И мы однажды с ним такое сделали. Поехали в Корчево, там магазин большой, универмаг был. Ну, самый большой. То я узнал, там голуби на крыше. Ничьи, конечно. И мы ночью приехали на лошади. И вон туда, вот подкинуть дальше, да и все. Ну и набрали там голубей, около 300 голубей. Мне нужно было белых оттуда забрать, а остальные пошли на стол. И вот мы поехали, сторож вышел. Все, голуби где-то стучат, видно, по крыше, по железной. Зашел обратно, мы в это время оттуда спрыгнули в сугроб. На лошадей, с нами ружье было. Ну и домой, нищи. Но вот это воспоминание осталось. Я уже, кажется, перед армией был или в армии. Нет, не в армии. До армии еще был. Вот так. Происхождение этих людей даже интересное. Вот. Мужиков-то не было. А женщины-то хотели иметь детей. Ну, у нас соседка жила через один дом. Отец наш пошел коров выгонять. А Ульяна Язовская. Она прямо на отца наша, она тихо, ребенка хочу. А он обернулся, Марья-то не видит, да говорит, ты что, сдурела что ли? Вон, говорит, Илья Скокова. Ну, она от Скокова Ильи, там Ульку нажила Ульяна. Ее как ее звать назову? Ее-то не Ульяна звать была, это дочка. И вот это тоже от него от Скокова. У нее все деревни были Скоковы. Илья. Дети Ильи. Мужиков-то осталось двое, почему-то, кажется, два Ильи было. Половина деревни от них началась. Белый. Ну и все на этом.